Всем привет, народ! Сегодня очередное видео на моем лайв-канале, совершенно бессмысленное, поэтому можете его и не смотреть, но надо посмотреть. Сегодня, в общем, будем ставить фонари, классные фонари на мою 14-ю. Фонари вот такие. Один я уже распаковал. Вот такие вот фонари. Блин, я его, правда, поцарапал, короче, он у меня упал два раза. Вот я криворукий, короче, рукожоп. Я этот фонарь уже умудрился покоцать весь. Ну, как весь, пару царапин глубоких оставил. Но это уже один распакованный фонарь, который я распаковал. И, собственно, у меня еще вот, ну, вот это второй фонарь. Я его еще не распаковывал, мне пришли они почтой. И я хотел бы вам вот посоветовать, собственно, Автолайт. Это магазин, в общем, магазин всяких фонарей, решеток, радиаторов, на, ну, фар на отечественные машины и на марки. То есть можете там перейти сейчас по ссылочке в описании. Сейчас вы видите где-то на своих экранах эту группу. Там, в общем, по достаточно низким ценам, напрямую от производителя, не Китай. То есть эта оптика не китайская. Вот, можете заказать фонари. Эти фонари они делают сами, у них свое производство, поэтому им стоит доверять. Потому что у меня уже был опыт с китайскими фонарями, сейчас я вставлю фотку. Кто видел мою девятку, кто уже год с лишним подписан на канал, знает, что я купил китайские фонари за 2000 рублей пару, то есть по рублю, грубо говоря, фонарь. И эти фонари настолько говно, они выцвели через буквально где-то полтора месяца. То есть эти фонари мой друг, которому я продал девятку, в итоге выкинул, потому что это говнище. И эти фонари выцвели, пожухли и все остальное. Здесь же люди фонари делают сами, у них свое производство, отличное производство, поэтому переходите по ссылочке в описании, посетите их группу. Я считаю, что это лучшая группа фонарей, и мне вот проплатили, прислали фонари. Короче, отличная группа, если у вас ВАЗ или некоторая иномарка, переходите, решетки радиаторов, фары и все, фонари и все остальное. В общем, я предлагаю открыть эту коробочку. Чем еще открывать коробочку? Конечно же, ключом от Лады. Так, на, снимай меня, а то я не могу так снимать. На, держи. Ну, как я открываю коробочку? Подарки. Это, кстати, подарок от подписчиков, поэтому я за это, ну, за такой подгон королевский я его прорекламирую. Их группу. Так что не забывайте, Автолайт — лучшие фонари. А реально, это уже без шуток, это не то, что какая-то реклама. Если у вас тазик, китайские фонари не берите. Я говорю, я взял, и это параша, мы их выкинули просто в помойку. Фонари говно. Лучше уж родные тогда, если у вас совсем все плохо, нужны какие-то фонари, лучше уж родные взять сток, Асвар, и пользоваться. Ни в коем случае не берите китайщину. Проспорт, всякие прочие лейблы — это просто дрянь. Они выцветают, китайская оптика, и шлейфа там ужасные. Упаковка хорошая, никаких проблем с доставкой не было. Так, фонарь, все. Ну, целый фонарь. Тут у нас должен быть шлейф. Да, проблематично без ножа открывать, конечно. Я хотел бы выразить отдельное спасибо Илье, который мне это прислал. Он работает там, как я понимаю, я не знаю, хозяин он этого или работает. Но, в общем, он на этом предприятии работает, и поэтому он мне их прислал. Собственно, вот их визитка, фонари, блок фары, облицовки радиаторов, молдинги на все отечественные авто и иномарки. А, ну да, и вот Илья, то есть тут визиточка есть. Веб-директор, кстати. Это вам я номера, наверное, замажу, но почту оставлю с этим. Это вам не хухры-мухры, это я вот тупой жирный пидор, который просто паразитирует на людях и принимает от них подарки. А человек работает веб-директором, между прочим. Вот видите, да? Вот это нормальный человек, а вот это жирный пидор. То есть вот, и чувствуете разницу между этим. Вот, лампочки. Единственный, кстати, минус, вот даже в Проспорте Галимом за там 1000 рублей были все лампочки. Вот это вот, это большой минус именно из-за того, что, ну, блин, ну вот лампочки — это копеечная вещь, 10 рублей она стоит. Хотя наша почта, ну да, нет, ладно, логика есть, потому что наша почта и лампочки — это все же, ну, такое себе. Фонарь сделано в России, 2108-37, ну тут всякие, в общем, написано всякие маркировки. Так, сейчас, один фонарь, ребят, это я его закоцал, это не такой он пришел, он у меня упал смачно причем. Вот этот фонарь, вот такие вот, короче, вот этот весь поцарапанный из-за падения, так что такие дела. Ладно, ничего страшного, мне на мою помойку пойдут. Что ж, друзья, сейчас надо найти лампочки, по-моему, у меня в бардачке лежали лампочки. Так, конечно же, они когда-то там лежали, но, увы, сейчас их там нет. Ладно, что ж, можно, в принципе, снять некоторые лампочки с моей старой фары.
А, да все можно снять с моей старой фары. Вот почему они, с фонаря вернее, вот почему они не кладут. Что ж, друзья, пойдемте снимем старые фонари и поставим вот эти классные, новые, красивые. Илья, тебе еще раз спасибо. Я тут просто с баллона покрасил вот эту вот хлопушку, она у меня вся загнила. Я не в цвет, правда, ее покрасил. Ну, как-то так. Поэтому я решился фонари поставить. Здесь, конечно, все в гниле. Это после месяца-полтора, и все это вылезет опять. Но хоть полтора месяца поблатую с новыми фонарями. Вот такие дела. Номер уже весь пожух. Что ж. Надо снять вот эти фонари и выкрутить из них лампочки. Я так красил классно, что даже фонари покрасил. Но это как обычно. Тут вот скотч. Эту я закрасил лампочку. Нахрен надо, правильно? Зачем эта лампочка нужна? Вот так все покрасил. Здесь видите, насколько гниль, что вот. Это просто жопа. Русский автопром, пацаны. Вот так вот. Что ж, давайте снимем вот эти вот фонарики. Говори, Гриша, я стоп нажму. Да. Где они вот, должны гореть? Вот горят же, блин. А, маленькие все. Точки. Стой, аварийку. На обоих? Да. Стоп. На это не горит, стоп. Не горит. Странно. Ну-ка, иди сядь. Нажми стоп. Ну-ка, сильней. Сейчас. Угу. Масса хреновая. Что, опять что ли? Сейчас. Надо с массой разобраться. Сейчас. Ну, короче, вот такой вот видок имеют. Мне нравится. Конечно, крышка багажника у меня сейчас не в цвет, но все же нормально, очень даже неплохо. Красивые фонари. Также гораздо лучше, ребят, согласитесь. Сейчас еще с закрытой крышкой багажника посмотрим на это и подведем итоги. Спасибо, кстати, подписчику, который присылал мне, наверное, полгода назад или больше вот такой вот органайзер для всяких хозяйственных вещей в машину. Очень удобно. Раньше это все было разбросано, как-то валялось в хаотичном порядке. Теперь же это все вот так вот лежит красиво, и я считаю, что, ну, это супер, вот. То есть вот так вот открываем багажничек, и все. Все на своих местах. Кстати, бита есть. Че, пацаны, кто что возит в багажнике у себя, рассказывайте. Я вот с битой люблю стекла побить людям. Видите, она уже какая вся
Сколько она рожь повидала, короче. Сколько она машин поломала. Ну вот, короче, бита. Сабвуфер, конечно же. Старые фонари. Ключ на 10. Все, можно закрывать. Еще я себе номер купил. FBI. Вот, надо его вот сюда повесить. Вообще красота будет, да, Вик? Ну, нормально будет? Супер будет. Вообще четко, да. Сейчас еще прикрутим номер на фару самореза. Будет вообще огонь. Ну и как-то так. Это вбил я обратно вот эту хрень. Один фонарь, надо второй отмыть растворителем. Что-то я его залил слишком сильно краской, не подумал о том, что о последствиях. Ну блин, ребят, номер FBI, и вообще все супер будет. Я бы, конечно, вместо своего номера поставил, но не хочу под лишением прав потом ходить. Че, сейчас отмою эту хрень, и уже потом в итоге, ну, посмотрим, короче, итоговый результат, как это все выглядит с вот такими фонарями. Илье еще раз спасибо за подгончик от души, братан. Отлично, супер. Спасибо. Ну что, ребята, вид имеет. Я считаю, что вообще нормально. Очень симпатично выглядит теперь. Вообще красота. Я, кстати, летние колеса с пятака поставил, которые почти новые. Вот, идеальное состояние. Диски, правда. Я, короче, их на балансировку возил. Из колес это идеальное. У них балансир даже отличный был. То есть они, у них диски абсолютно ровные. Дисбаланса даже не было, представляете? Ну, я тут по мелочам ее подкрасил. Пусть не в цвет, вот, например, грибки уже так чисто баллончиком, пофигу, ничего страшного. Ну, вот колесики новые, ну как новые, с пятерочки, вообще от души. Вот так вот выглядит тазик. Я считаю, что супер. Вот такие дела. Что, ребятки, вот такой вот выпуск бессмысленного видео сегодня. Спасибо еще раз магазину Автолайт, Илье в особенности. Огромное тебе спасибо, чувак. Хорошие фонари, мне все понравилось. Так что, ребят, можете переходить по ссылочке в описании. Сейчас на экране видите, видите ссылку. Можете заходить в группу, обращаться к Илье и заказывать себе фонари, решетки радиаторов и прочее. То есть качество хорошее, нормальное, лучше, чем китайщина вот это. То есть и деньги, и суммы тоже там такие, не сказать, что большие. Пусть чуть дороже Китая, но зато качественней. Потому что Китай выцветает буквально за пару месяцев. Все, ребят, всем спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии и пишите, что вы возите в багажнике: биту, труп или убитую проститутку. Короче, все, всем пока, спасибо за внимание. До встречи в следующих видосах. А, девяточка, ой, 14-я такая. Такой важный тип. Ладно, если серьезно, то нормально. Вот, нормальная машинка. О, вот такие дела. Все. Всем пока.